Все, закончилось. В принципе. Да, туда. Ну пойдем сейчас, они придут, все. Ага. Все, пойдем, Вась. Мы пойдем. Кошечка моя, зимой. Ти мой бузимой, сладкий бузимой. Спит так, спун мой. У Мики закрытая комната. Никто не открывает, никто не пускает. Там цветы, я Мика, правда, раскрошила и там спать. Но я говорю, там цветы, кто там будет контролировать? Сим. Нельзя кусаться. Сим, нельзя, больно. Больно. Сим, больно мне. Сим, мне больно. Нельзя. Нельзя. Когда говоришь нельзя, она начинает отодвигаться. Нельзя кусать. Сима, нельзя. Сим, нельзя. Такая умная. Сима, нельзя. Если серьезно, сейчас Марина на кухню пришла, думаю, надо приготовить что-то. Мы пришли, правда, уже давно, но я попила чай, легла, думаю, все. Я как-то в последнее время вот так вот, знаете, себе не то, что позволяю, но себя заставляю. Я прихожу и даю себе отдых. Раньше я просто вскакивала и начинала сразу всем готовить, всех обслуживать. А сейчас я вот, все, у меня отдых. Я должна полежать, отдохнуть. А? Что? Что можно? Куда? А потом покажу, что Яре подарил Дед Мороз. Сегодня у нас был праздник. Это я разогадывала себе. Куда ты не хочешь идти? А сейчас я хочу курочку поставить, варить, жарить. Ну как жариться, просто немножко ее потушить. Завтра? Ну, конечно, можно не идти, в принципе. Но это же твой праздник. Это же не для меня, это для тебя будет. Так. Ну, завтра. Тебя же поздравляют. Это Новый год, это для тебя подарки, не для меня. Что ж тебе? Какие подарки? Ну завтра увидишь, какие подарки. Завтра будет подарок, еще раз увидишь. А, сварила уже гречку. Так вот. Просто сварила без ничего, честно говоря. А здесь хочу сейчас вот масло сделала. Сейчас туда лук. Я лук, кстати, весь порезала для себя. Вот мне было так удобно как-то, потому что у нас было время прошло. Сейчас я давай пока играешь, играй немножко. Что-то мне не нравится, у меня как-то голова, потому что у нас там было освещение такое. Отключали свет, и он мигал, фотографировали постоянно. Праздник был хороший, я имею в виду, что этот... А сама сказка шикарная. Но вот то, что постоянно освещение мигало, к концу мне просто уже какой-то дурняк начался непонятный. Ой, и мне аж прям в глаза вот как будто бы. Кстати, вот я порезала весь лук и вот так порциями всего заморозила. И честно, я очень удобно. Я потом вот так сейчас достаю его и сразу у меня готова уже нарезка. Ну, это именно когда на прожарку куда-то, да, на такое вот обжаривание добавлять, то очень удобно получается. Хочу здесь мусор выкинуть сразу. Говори. И то же самое, у меня также морковка. Морковку тоже сейчас. Но морковка это попозже, пускай лук начнет прожариваться. Прожариваться я добавлю сейчас. Ну говори. Кому? Кому написать? Что написать? Вот эти фарш бывает. Разморозила фарш, ладно, что, а? В свете? Завтра? Завтра у тебя света не будет. Завтра мы сами. Ну, у нас потом там по различные программы еще. 2 числа мы идем на Маугли. Спектакль. 3 числа у нас корпоратив. Сами родители, вот. Без детей уже. Лапами куда ты сгоришь сейчас? Вот.
А 6 числа у нас, кстати, в школе 7 числа семнакскс. В школе 7 числа елка будет в филармонии. Можно тоже пойти в концертном зале. Посмотрим. Это со школы. А 6 числа еще будет у нас сдача ПТУ. Не знаю, посмотрим, как там будет это выглядеть. Куда? ВТО сдавать? Почему? Я возьму. Чего боишься? Что, плавать не умеешь? Умеешь? Сим, я же тебе дала. На, иди сюда. Что, как? Плавать? Ну, ты в донжоне же плаваешь. Здесь просто будет, а ты также будешь плавать. С Антоном. Ну, посмотрим, когда, не знаю, когда скажут. А? Донжон когда? ГТО? Я же тебе сказала, 6 числа. Я сказала, 6 числа мы пойдем, там как раз со Светой твоей. И Света, что я сегодня говорила, что 6 числа встречаемся. Не знаю, там посмотрим, там нам объяснят, что скажут. Где, что, как. Все, я вот так вот кусочками порезала курицу. Что? Со Светой? Ну, Света же тренер твой. Она будет вам, они вас будут курировать, помогать вам. Света, ну они же там. Вот, сейчас я добавлю сейчас туда. Пускай она немножко начнет жариться, так тушиться. Я добавлю морковку. И добавлю овощей. Что, помочь играть? У тебя не получается тут играть? Все, чуть-чуть сейчас вот вода вытопится, чтобы ни пенки не было. Добавлю морковку, добавлю, я здесь овощи. Ну, я сейчас их помою и сполосну, как говорят. Здесь тоже все морковка, чтобы не было льда. Из воды вытащу. Пускай они сейчас от льда отойдут, чтобы не было привкуса льда. Вот, и добавлю потом вот такой соус. Кисло-сладкий и черный перец. Вот так вот. А, что есть? Сейчас вот эта курочка будет немножко. Сейчас подождем, будет готова. А, гречка готова сейчас. Завтра утром найдем, что тебе есть, не переживай. Вот такая вкусняшка получилась. Здесь овощи, в принципе, две приправы я сделала. Добавила чуть-чуть специальную жидкость, оставила, чтобы можно было. А мастительное масло я вот такое добавляю, оно не рафинированное. Это я добавляю его в салат. Хорошо, Яра, чуть попозже. Эмиля звонила, разговаривали мы. И теперь Яра все. Теперь ему надо с Эмилей разговаривать. Ну, попозже, Яра. Давай мы не будем сейчас. Покушаешь, потом 5 минут будешь разговаривать. Давай. Сначала еда. Ой. Так что мы садимся кушать. Андрей спит, встанет, потом поест. Нарядилась наша елка, словно девица краса. Разноцветные игрушки, вот какие чудеса. Я спрошу вас, ребята. Продолжаем мы игру. Мы с вами сушаем. Пирожочек, точечка.
вкусные. С мясушком. Ой. Ну что вы, маменька, с самого утра, да? Да какое ж утро-то? Ты посмотри, день на дворе. Уже коляд... Что такое? Что за диво? Телится одна в лесу в такую пору. Вот сейчас позабавлю. Характер ее испытаю. Постучу три раза, посмотрю, что будет. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Холодно, не тряси, не скрипи, морозка. Вот ты так и замерзнет недолго. Это еще не мороз, мороз-то впереди будет. Он уже прям спешит туда. Вот Ярославушка подходит. Яр, на меня. Открой только, Яр. Яра. Яр. Mm-hmm.